есть еще одно местечко, достопримечательность, гора Паасу. Рядом никакого городища и древних поселений нет, есть только гора, а с нее красивый вид. Есть тропинка, по которой вот сейчас можно прогуляться. Вот на гору указатель, налево, по тропиночке, вот на эту гору посмотреть вид. Раньше здесь было городище. Есть тропиночка налево и направо. Повернули направо. Очень много камней на тропинке и корней деревьев. Освещения здесь нет, потому что это... Местные люди, которые рядом живут, просто иногда ухаживают, но это не является такой достопримечательностью, где устанавливаются освещение, деревянные настилы, поэтому хорошо иметь такую обувь, подходящую для того, чтобы подниматься на гору. Сейчас вверх тропинка пошла. Очень исхоженная тропинка. Истоптанная такая. Камни аж блестят, начищены. Натянута веревочка, скорее больше как указатель направления подъема на гору.
собрать такой из камней. Я думаю, что это уже последний подъем, такой достаточно самый крутой, то, что мы поднимаемся. В принципе, эти камни с корнями получаются как своеобразные ступеньки. Опору дают ногам. Из-за этого легко подниматься. Очень много делают таких вот из камней. Все, остались последние 10 метров. И откроется вид. Для тех, кто любит смотреть такие обзорные площадки с высоты, то не стоит проезжать мимо, когда вы поедете по шоссе. Стоит остановиться и прогуляться. Вот такая гора Паасо. Это около города Сортавала. В черте города открывается вот такой вид. Сюда приходят, отдыхают, посидеть, полюбоваться этим видом с высоты.
сейчас спускаюсь с горы, хочу подойти поближе к краю. Запустили самолет. Он прямо надо мной. Главное здесь на горе посидеть, отдохнуть, сделать такую остановку. Очень часто в дороге так происходит, что все время пытаешься проехать от одного места к другому. А сделать, иногда заехать в какое-то место, посмотреть достопримечательности, не всегда получается. Или думаешь, ну потом. Вот поэтому сейчас решили посмотреть эту гору. Проезжали много раз. Вот, погулять, отдохнуть минут 30, просто насладиться таким красивым видом. Вот здесь железная дорога проходит. Вот идет поезд. Вот идет поезд. Вот здесь вот. Вот. Спуск теперь в горы Пасо. Так, та же тропинка, только круто вниз. Но можно иногда вот придержать себя руками за камни. Вот так спускаться. Все. Всем пока.